первый раз вижу такое здание. Похоже на какой-то храм. Клянусь кровью. Это статуя Ауреля, но символы его власти очень старые. Наверное, это очень древний храм. Лук должен быть там. Эти фалмеры, они вмерзли в лед. Интересно, давно они уже так? А я-то думала, в Каир не душ. А ты еще откуда? Откуда? Ah!
А ты еще откуда? А ты еще откуда?
всерьез надеешься завладеть луком Ауреля? Именно этого я от тебя и ждал, что ты приведешь ко мне свою очаровательную спутницу. Он что, обо мне говорит? А значит, как ни печально, мне от тебя больше нет пользы. Кто там? Ah!
Там, наверху, на балконе. Пошли. Хватит, Виртур. Отдай нам лук. Да как ты смеешь? Я был викарием Ауриэля, девочка моя. Меня слышал сам Бог. Пока преданные не повредили тебе. Да-да, мы все это уже слышали. Гилибором и такими, как он, было просто манипулировать. Посмотри мне в глаза, Сирана, и скажи мне, кто я? Ты? Ты вампир. Но тебя должен был защитить Ауриэль. И в тот момент, когда меня заразил один из моих посвященных, Ауриэль отвернулся от меня. Клянусь, я отомщу, чего бы мне это ни стоило. Ты хочешь отомстить Богу? До самого Ауриэля мне не дотянуться, но его влияние в этом мире в моей власти. Все, что мне нужно, это кровь вампира и его собственное оружие, лук Ауриэля. Кровь вампира, лук Ауриэля, это... Это ты? Ты создал то пророчество? Для этого пророчества недостает одного единственного, последнего компонента — крови настоящего вампира. Крови дочери Холодной Гавани. Ты ждал все это время, пока сюда придет кто-то с моей кровью. Что ж, очень жаль. Я намереваюсь исполнить его. Посмотрим. Есть ли в этой крови какая-то сила? Что это? А ты еще откуда? Итак, дело сделано. Восстановление этого дорожного святилища означает, что Виртур мертв, и преданные больше не имеют власти над ним. Что? О чем ты говоришь? Вампиром? Понятно. Это многое объясняет. Глубоко внутри я чувствую радость, что непреданные виноваты в произошедшем.
Потому что это означает, что надежда еще есть. Когда-нибудь они смогут забыть свою ненависть и научиться снова верить в Ауриэля. Много времени прошло с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. Спасибо вам обоим. Вы рисковали всем, чтобы добыть лук Ауриэля. И к тому же вы восстановили храм. Я не могу представить более достойного хранителя для этого лука. Если ты хочешь больше узнать о луке, или если тебе нужны для него солнечные стрелы, я с удовольствием помогу. Тебе стоит только попросить.